Здравствуйте, вы на канале Мегасила, с вами Владимир. Сегодня мы рассмотрим такой продукт, как Syntra Gold от компании Ultimate Nutrition. Это вот такая вот баночка, 2,27 кг. Такой продукции не было в компании Ultimate Nutrition. Я думаю, что это ответ такому знаменитому протеину, как Syntra 6 от компании BSC. Это один из знаменитых многокомпонентных протеинов, который пользуется популярностью среди населения. Смотрите, ну здесь у нас идет, получается, на одну мерную ложку 34 грамма, 20 грамм белка, 2 сахара, 10 углеводов и 1,5 жиров. Это многокомпонентный протеин, здесь используется протеин-концентрат, протеин-изолят, молочный протеин-концентрат, яичный альбумин, вей-протеин-гидролизат, вей-протеин-изолят, мицеллярный казеин, гидролизат казеина и кальциум-казеин. В принципе, практически все виды протеинов. Это многокомпонентный протеин для приема в течение дня. Использовать его можно как заменитель питания и для ночного приема. Принимать его надо между приемами пищи, после тренировки и перед сном обязательно. Чем же отличается от такого знаменитого продукта, как Syntra 6? Syntra 6 это большая порция, 47 грамм. Протеина здесь 22 грамма, сахара здесь похоже. Вот углеводов здесь 15 грамм по сравнению с этой голдом, ну Syntra Gold, здесь 10. И жиров здесь 6, а там 1,5 грамма. Здесь порядка 47% состав протеина, протеиновая матрица. Идет концентрат, изолят, кальциум, казеин, яичный альбумин, соевый лицин, насыщенный глютамином, бромеланин в составе для контроля отложения жиров. В принципе, чем отличается Syntra 6 от этого продукта? Это 47% многокомпонентный протеин с хорошим ароматизатором. Здесь очень много углеводов. Это 15 грамм, он больше, чем здесь. Это хороший заменитель питания. Мы всегда его говорим, что если вы хотите отказаться от пищи и почувствовать вкусный, классный протеин, это вот Syntra 6. Syntra 6 вам поможет восполнить протеиновые запасы в течение дня, после тренировки и перед сном. Усваивается он от 3 часов до 12. Но порция очень большая, 47 грамм, и получается здесь 48 порций. Здесь же, конечно, порция 34 грамма и 67 порций. Здесь протеина будет порции больше. Состав очень похожий по белку, но отличаться он будет, конечно же, ароматизатором и вкусовыми способностями. Протеиновая матрица практически похожа, но углеводов здесь меньше и жиров меньше. Значит, будет он не такой будет сладкий, не такой будет вкусный, но по полезности он будет похож на Syntra 6. В чем разница? Разница в этом, что Syntra Gold будет стоить на 20% дешевле, и для бюджетного такого спортсмена, конечно, выбор станет на Syntra намного проще и дешевле. Хотя Syntra 6 от компании BSN это лидер по продажам многокомпонентных протеинов. И связано это все в основном с ароматизатором. Спасибо, вы были на канале Мегасила. С вами был Владимир. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.